Где взять кредит? Над этим вопросом Татьяна долго не раздумывала. Про бизнес-банк то, что надо, решили на семейном совете. Я давно уже обслуживаюсь в этом банке, у меня вклад открыт. И когда встал вопрос, что взять кредит, как бы деньги понадобились, я сразу пришла сюда, потому что здесь девчонок уже всех знаю, они мне как родные. И нравится обслуживание, удобно, быстро, никаких проблем. По вашей заявке принято предварительно положительное решение, вы можете приходить к нам на оформление кредита. Есть хорошие новости и для других желающих. В Пробизнес-банке не просто дают в долг, а предлагают своим клиентам кредиты на доверии. Вас и ваши деньги разделяют всего несколько шагов. Шаг первый – звонок для консультации и заполнения анкеты. Шаг второй – посещение банка для получения кредита. Кредит на доверие без справок и поручителей в Пробизнес-банке. Просто заполните заявку на кредит по телефону 44 20 00 и придите в банк для получения наличных денег. Подсластить жизнь Пробизнес-банк и вкладчикам. На выбор 5 вариантов вкладов. Среди них супервклад, доверительный и пенсионный. Вклады до 700 тысяч рублей на 100% застрахованы государством. Для наших клиентов мы предлагаем широкую линейку выгодных вкладов, таких как супервклад и пенсионный. Снятие супервклада возможно без ограничений и без потери процентов. Для пенсионеров мы предлагаем вклад пенсионный с увеличенной процентной ставкой, который создан для сохранения и приумножения сбережений. Свои услуги Пробизнесбанк предлагает вот уже 17 лет. Его преимущество – высокий уровень сервиса, качественное обслуживание, гибкие схемы. Для нас каждый клиент важен, соответственно, мы всегда его встречаем, всегда любим всегда наших клиентов, соответственно, повторный клиент тоже для нас это любимый клиент. На столах у всех специалистов Пробизнесбанка – бамбуковые деревца. В японской культуре это олицетворение процветания и мира, а также долголетия. Банк это полностью подтверждает. В 2010 году он стал лауреатом ежегодной премии «Доверие потребителей». Офисы кредитной организации открыты для орловчан по нескольким адресам. Улица Тургенева, 16, 2 Посадская, дом 1, а также в Ливнах на улице Дружбы народов, 109. Татьяна Суворова и Владислав Гапеев для программы «Оперативный эфир».